Почти 200 участников СВО и членов их семей приехали на межрегиональный кубок защитников Отечества. Его проводят впервые в стране. На центральном стадионе Улан-Удэ собрались команды 15 районов Бурятии, в том числе таких отдаленных, как Акинский и Курумканский. Приехали и гости из Иркутской области, из Абкрая. Вот сейчас только что собирал вот Шагайнатын. Очень понравилось. Как успехи? 19 очков. Буду участвовать в стрельбе из лука и метание ножей. Как-то тренировались? Нет, первый раз буду лук держать в руках. Попробую, мое или нет. А метать пробовали? Нет. На кухне нет? На кухне нет, но пробовал, да. В программе соревнований в основном национальные виды спорта. Помимо стрельбы из лука и шагайнадан, силами мерились в татарской борьбе на поясах карэш, игре в городки, а также в семейной и детской эстафетах. Подобные мероприятия – это одни из тех мероприятий, которые объединяют, заряжают. Вам удастся пообщаться со своими сослуживцами, с земляками из других районов. Во всех вас, дорогие ветераны СВО, есть сила и защитить Родину на поле боя, и здесь честь нашей республики. В итоге самым сильным оказался Кяхтинский район. Сразу 8 призовых мест. 7 медалей у Тунки, 2 награды удалось увести гостям из Забкрая. Алина Котова, Манко Бадеев, телекомпания АТВ.